Казанском федеральном университете прошла международная научно-практическая конференция «Междисциплинарные проблемы безопасности личности в уголовном судопроизводстве. Теория, законодательство и правоприменение». В мероприятии приняли участие выдающиеся ученые, в том числе и профессор Олег Зайцев. Он выступил с пленарным докладом, связанным с творческими результатами по проблемам обеспечения безопасности участников процесса, свидетелей, потерпевших, и рассказал о том, какие перспективы ожидают аспирантов и докторов наук в области юриспруденции. Когда были серьезные воздействия со стороны преступного мира на свидетелей, потерпевших, на других участников процесса, на судей, убивали судей, прокуроров, надо защищать участников, которые добросовестно выполняют свой долг. Для этого существуют определенные нормативы, законодательные акты и определенные рекомендации. И она интересна, актуальна и в будущем. Казанский университет славится своей богатой историей. Юридический факультет является одним из старейших высших юридических учебных заведений в России. По уставу 1804 года, подписанному Александром I, одним из четырех подразделений, входящих в состав создаваемого Казанского университета, было нравственно-политическое отделение. Оно состояло из 7 кафедр, 3 из которых были связаны с преподаванием права. Право естественное, политическое и народное, право гражданское и уголовное, судопроизводство Российской империи, права знатнейших как древних, так и нынешних народов. Современная же история начинается 60 лет назад в СССР, когда в Казанском государственном университете появляется кафедра уголовного процесса и криминалистики. Мы отмечаем 60-летие кафедры, и для нас это не просто какой-то очередной этап в истории развития кафедры, это... С одной стороны, мы вспоминаем своих учителей, с другой стороны, мы строим новые планы. И вот эта конференция, которая посвящена безопасности личности в уголовном судопроизводстве, ну, там различные контексты этой темы, они на самом деле являются всегда актуальными, поскольку безопасность – это фундаментальная такая составляющая нашей жизни. В настоящее время на юридическом факультете обучается свыше 3000 студентов, в том числе и те, кто выбрал направление обучения уголовного процесса и криминалистики. Эти студенты из-за постоянного реформирования судопроизводства всегда стремятся максимально разобраться в сущности российских уголовно-процессуальных норм и понять, как своевременно принять меры по их установлению. Тем более Казанский университет предоставляет для этого все возможности. Алина Красильникова, Александр Фирсов, Универньюз.